Привет, это группа Каста. Почему рэперы говорят «йоу»? «Йоу» — это слово «паразит». Там было на выбор два «ой» и «йоу». Ну, они взяли «йоу». Почему рэперы умирают? Они смертны. В них стреляют. Если наколоть себе много татуировок, можно, короче, не выжить. Рэперы не умирают. Почему рэперы матерятся? Рэперам можно. Почему рэперы делают татуировки на лице? Потому что на теле места уже не осталось. Чтобы им легче было друг друга узнать, потому что рэперы обычно на одно лицо все. А это синдром Хатсакера. Что слушать, когда бросила девушка? Тома Уэйтса. Друзей. Ну, может быть, кого-нибудь другую девушку послушать. Если бросила девушка, надо слушать то, что сказал тебе дедушка. Что слушать, когда плохо на душе? Шанхайский блюз. Сепультуру. Шанхайский блюз. Что слушать в Великий пост? Не могу сказать, нет опыта. Ну, как всегда, шанхайский блюз. А что там в Великий пост делают? Там кушать, по-моему, нельзя. Ребенок слушает рэп, что делать? Зашазамить. Кого, ребенка? Рэп. Он слушает тему. Респект продакшн, вакансии. Сейчас нужны очень крутые артисты. Очень крутые артисты. Вот ты все вакансии. Как понять, какой Ростов-на-Дону? Ростов-на-Дону, там, где клубника по 100 рублей, шамайка по 35 и горошек зеленый, стручковый по 87. Это в 87-м, да, году? Только, ну, центральный рынок, ростовский центральный рынок никто не называет, его называют базар. Ты Агутин, что ты Путин, там. Ноги. Береги ноги. Почему каста распалась? Каста распалась? Да потому что, ну, просто, ну, как это можно вообще терпеть? Ну, что за прикол? Две недели назад распалась. Да, в общем, происходит обычно так. Группа распадается примерно раз в неделю, где-то вечером в воскресенье, потому что мы друг другу надоедаем адски на концерте воскресном. А к следующей пятнице мы уже как бы созреваем, чтобы снова объединиться и куда-то рвануть. Каста, когда концерт? Да, большие концерты Касты. 18 июля в Москве, 19... 18 июля в Санкт-Петербурге и 19 июля в Москве. А, Шим, что носит? Шим носит усы, это известно, змей это сказал. Так, Шим, романс для Анны. Ну да, такая есть песня, крутая, популярная, самому нравится, слушаю. Танцевальная. Шим Каста, это стопудово. Шим, откуда кличка? Ну я знаю, откуда кличка Шим. Шим, а Шим, это Миша задом наперед. Я думаю, что самый популярный запрос – Шим, романс для Анны. Нет! Шим Каста. Шим, откуда кличка? Какой тогда? Ну, Шим, что носит? Что несет, наверное. Носит. Шим, что когда носит? Это закончится? Что это за вопрос? Шим, что носит? Штаны, что носит. Может, где тебя носит с твоим альбомом? Так, я читаю. Змей Каста, Змей Искуситель, Змей Горыныч и Змей Кто Ест. Я думаю, что самый популярный запрос здесь – Змей Искуситель. Или Змей Горыныч. Дети лезут искать мультики, но натыкаются на змеи из касты. Собственно, так меня все и узнали. Нет, прикинь, не Змей Горыныч. А дети змеи... Змей Горыныч. Змей Горыныч. А прикинь, дети ищут змея искусителя. Влади Ревность, Влади Блайберг, Влади Каста, Влади Марина. Вот я думаю, что самый популярный запрос, ну, по крайней мере, самый любопытный, это Влади Блайберг. Вот я, например, сам полезу посмотреть. Не Влади Блайберг. Марина. Влади. Каста. Тебе повезет. Повезло. У меня Змей Горыныч. Так, Хамиль Рост. Ну, понятно, это 190 метров у меня. Хамиль в форме. Хамиль в форме. А, наверное, в форме это потому, что был клип, да, Скрепы, там, где я был в форме.
может, в фирме. И Хамиль Каста, ну, естественно, Хамиль Каста. Хамиль Змей. И, конечно же, самый популярный запрос, наверное, Хамиль Рост. В форме. Хамиль Каста. Класс. У вас все просто. Кстати, почему нет запроса Змей Рост?